Особенные встречи для особенных людей. Для тех, кто не слышит, не видит или передвигается только на коляске, проводят тренинги, мастер-классы и просто веселые игры для поднятия настроения. Проект стартовал этой осенью при поддержке организаторов форума «Город безграничных возможностей». Ксения Ануфриева увидела, как проходят особенные встречи. Обычно он передвигается на общественном транспорте, несмотря на инвалидность. Но сегодня повод особый. Андрей Солодкин спешит на особенные встречи. Поэтому впервые воспользовался услугами социального такси. Кандидат в мастера спорта по жиму штанги и без пяти минут сотрудник крупной новосибирской компании. Андрей дома предпочитает не засиживаться. Достаточно таки часто в последнее время стал убираться. Вообще люблю активный образ жизни, не люблю сидеть дома. И считаю, что отношение к инвалидам – это в принципе стереотип, которые нужно рушить, и чем быстрее это происходит, тем лучше. Эта особенная встреча уже четвертая. Проект стартовал только в октябре, но уже стал очень популярен. На каждую встречу приходит до 30 человек с ограниченными возможностями. К сожалению, в наше время, да, когда вроде бы говорят о доступной среде, рассказывают об интересных людях с инвалидностью, все равно существует проблема непонимания. Проблема, когда люди друг друга боятся. Одни боятся предложить свою помощь, предложить свою дружбу, а другие боятся об этом попросить. И мы, давай поможем, поможем. Очень хорошо показано, между прочим, я бы не угадал. Нас трое. Андрей изображает сцену из фильма «Крестный отец». Остальные должны угадать, о какой картине идет речь. Тема сегодняшней встречи – кинематограф. В веселой игровой форме профессиональные ведущие проводят тренинг на командообразование. Многие из его участников здесь не в первый раз, не пропустили еще ни одну особенную встречу. Предыдущая встреча была тоже здесь. Мы рисовали. И причем даже все, кто не умел рисовать, и даже кто плохо видит, и все смогли. И получили такой заряд энергии, уверенности в себе. То есть это проект для людей с ограниченными возможностями и не очень, и здоровых. Добраться навстречу непросто, поэтому площадка должна быть максимально доступной для людей с ограниченными возможностями. Тем, кому особенно тяжело, помогает социальное такси. Помогают здесь и ведущие. Они участвуют в проекте на волонтерских началах. В итоге люди начинают общаться. Мне понравилось тем, что мы сидели за небольшой компанией за столом, и было очень удобно, что мы все познакомились, узнали, кто чем занимается, с кем-то обменялись телефонами, потом вот общались, и так это было все очень как-то уютно, компактно. Этот проект для тех, кто слишком засиделся дома. Его задача – помочь участникам стать более уверенными в себе, активными и востребованными в обществе. Здоровые люди и те, кто не видит, не слышит или не ходит, здесь общаются на одном языке. Ксения Ануфриева, Даниил Смирнов, Новосибирские новости.